Друзья, вы представляете? Через столько лет, 2-3 года, я нашла тут пленку на телефоне. Это капец. А я думаю, что она вот так вот потерлась? А теперь у меня такой классный телефончик, как новенький. Вообще капец. Я в шоке от себя. Всегда что-то новое находишь. Еще я нашла свой старый телефон. Вернее, новый, я его потеряла, я думала, что его украли. Так что это прям какие-то чудеса. Это же надо пленку обнаружить через 2-3 года после, я уже не помню, когда я купила, 2 года, наверное, после покупки телефона. Что значит, блин? Прикол. У нас тут птички поют. Кто не знает, я у мамы дома. Вот так вот бывает.